пошли в магазин Ашан на 2743. Торты. Тирольский 180 рублей. Крем-рояль, карамельный торт, два торта по 350. Шоколадный торт 290. Торт безе 180 рублей. Кофе Starbucks 400 рублей. Азербайджанский чай 114. Грибы 40 рублей. Сало 600 рублей. Творог с наполнителем фермерский по 30 рублей. Срок дружба, плавленый сыр для соусов 42 рубля. Молоко 29. Сыр карат 33,90 кусочек. Это сыр для соуса. Альпина 114. Перекись водорода по 11 рублей. Хлеб 35 рублей и скидка 40. Это все было на 2743 в магазине Ашан. И сегодня же в магазине Метро на 851 рубль. Сливочные сосиски 99 рублей. Кислицкий ряд. Вафли бельгийские. Сухая смесь 70 рублей. Перец горошек 32 рубля. Чай 70. Бумага. Чай 79. Апельсины 99 рублей килограмм. И бумага. Бумага 160 рублей. 170 рублей. Четырехслойная бумага 170 рублей. 4 рулона. Вот на сегодняшний день выход в, как бы за продуктами вышел на 3500 в Метро и в Ашан.